Более 7 килограммов наркотических средств изъяли саровские полицейские из незаконного оборота. Для сравнения, в прошлом году сотрудники полиции обнаружили менее 1 килограмма. Начальник УВД на пресс-конференции подвел промежуточные итоги оперативно-розыскной деятельности. Так, по линии незаконного оборота наркотиков количество правонарушений снизилось на 21%, со 167 до 131. Здесь есть объективные факторы, которые связаны с проведением мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Соответственно, весну, начало лета граждане находились дома, было минимизированное нахождение на улицах беспричинно. Всего за 9 месяцев в Сарове зарегистрировано 418 случаев нарушения закона. Это меньше, чем за этот же период прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,5%. Одна из причин – правоохранители выявляли много коррупционных схем, которые относятся к этой категории. Красть тоже стали больше. В числе прочего были угнаны 20 велосипедов. В настоящее время в производстве уголовное дело есть по краже велосипедов в отношении двух лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности. 12 велосипедов они похитили, 2 человека. Вот из них мы выявили 4 факта совершениями преступлений в 2018 году. 48 раз зафиксировали кражи из магазинов. 23 уголовных дела возбуждено по факту незаконного списывания денег с банковских карт. Остаются нераскрытыми 49 краж. Из них 3 кражи из квартир, 10 краж с банковских карт, 11 велосипедов, 5 краж с гаражей, 7 краж сотовых телефонов, 2 кражи транспортных средств, 38 фактов мошенничества. Саровчане продолжают попадаться в ловко расставленные сети любителей сиюминутного обогащения. При этом общее количество зарегистрированных случаев мошенничества уменьшилось на 24,4%. Почти настолько же сократилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их произошло 54. Было ранено 66 человек, в том году было 79, снижение на 17%. Но, к сожалению, у нас зарегистрировано 2 ДТП, в том году было также 2, в которых, к сожалению, 3 человека погибло. В том году было погибших у нас 2. Всего полицейские раскрыли 271 преступление. Это почти на 1% больше, чем в прошлом году. Полную запись пресс-конференции руководителя Саровского УВД и начальника отдела ГИБДД смотрите в рубрике «Без комментариев» на телеканале «Саров-24» и на нашем канале в YouTube. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.